Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с скандинавскими сагами и Идун. Идун обновляющийся. В скандинавской мифологии богиня-хранительница чудесных молодильных яблок. Ее мужем был сын Одина, бог красноречия Бради. Волшебную яблоню лелеяли и охраняли три мудрые норны. Только богини весны Идун позволяли они собирать чудесные плоды. Из своего неистощимого ларца Идун раздавал золотые яблоки, благодаря которым боги сохраняли вечную молодость. Эти драгоценные дары хотели похитить великаны, желавшие лишить богов их силы и юности. Однажды бог огня Локи попал в плен к великану Тяце и в обмен на свободу пообещал украсть у Идун золотые яблоки. Вернувшись в Асгард, Локи рассказал Идун о яблоках, якобы имевших еще более чудодейственные свойства и найденные им неподалеку. Доверчивая богиня отправилась с ним в лес, где в обличии орла ее поджидал Тяце. Когтистыми лапами он схватил Идун вместе с ее яблоками и унес Этюнхейм, землю великанов. Утрата яблок сразу состарила богов. Глаза их затуманились, кожа стала дряблой, разум ослабел. Над Асгардом нависла угроза смерти. В конце концов Один собрал остатки сил и нашел Локи. Угрожая ему смертью, он приказал предателю немедленно вернуть Идун и чудесные яблоки. Локи, обернувшись соколом, полетел во владение Тяцы, превратил Идун в орех и вернулся с ней домой. Великан в обличии орла пустился следом за ним и попытался настичь беглецов, но, перелетая через высокие стены Асгарда, сгорел в пламени, разведенных на стенах костров, и превратился в горстку пепла. Локи вернул Идун ее настоящий вид, и она раздала больным богам яблоки. Легенды о золотых яблоках – символы молодости и плодовитости, известные в греческой мифологии. Яблоки Гесперид. Но вот такая скандинавская сага о Идун, богине-хранительнице чудесных молодильных яблок. Пока-пока, до свидания.